Всем привет, с вами Ирина и канал My DIY Life. Как я и обещала, сегодня, 22 декабря, я подвожу итоги розыгрыша моего новогоднего декора. Этот розыгрыш я провела где-то 2 недели назад, и вот сегодня хочу определить, наконец, победителя, который выберет, что из моего новогоднего декора в скандинавском стиле он захочет получить в подарок. У меня приняло участие очень много народу, в этот раз больше 500 человек. Видите, вот такая огромная пачка бумаги. Я распечатала все-все комментарии, сейчас я их вырежу. Мне в этом поможет моя вторая половинка, потому что резать надо будет очень много. Вот, все их порежем на кусочки и потом я вытяну полосочку с тем комментарием, который будет победителем розыгрыша. Ну, приступаем к нарезке. Мне кажется, мы за 20 минут не успеем нарезать. А мы очень постараемся. Страшные звуки. У меня как-то не очень продуктивно получается. Ну, ты же аккуратно складываешь, а я не очень. Так они резали, резали, резали еще 3 дня. Я вот сейчас подумала, что будет, если в следующем розыгрыше примут участие еще больше человек. Тогда надо будет как-то автоматизировать. Я просто представила себе целую кровать, заваленную комментариями. Мы это автоматизируем, мы это выгрузим в Excel. У меня еще только первую страничку. Сколько страничек получилось? Порядка 30. 30 страниц комментариев, вы представляете? Это самый трудоемкий DIY. А кто-то пуще неволи. Тяжело работать Дед Морозом. Их даже нельзя порезать все одновременно. Это точно. Нет, можно в шредере. Тогда не определить, кто выиграл. Это точно. Я криво режу. Ну что, у нас получилась огромная-огромная куча бумаги. Сейчас я закрою глаза и выберу из этой кучи один комментарий. Чувствую себя немножко феей. Так. Ты не подглядываешь? Нет, я не подглядываю. Так. И мне выпал пользователь с ником Тати или Тати. Иди покрупнее. Тати, я вас поздравляю, вы стали победителем моего розыгрыша, поэтому, пожалуйста, и свяжитесь со мной, я пущу по экрану сверху мой имейл, на который мне можно написать и прислать мне ваш адрес, ваши данные, чтобы я могла вам отправить по почте ваш приз. И главное, не забудьте написать, что именно вы хотите: гномиков, оленей, елки или надпись 2019. Ну, а также хочу пожелать всем, кто не выиграл, удачи в моих следующих розыгрышах. У меня обязательно будут еще розыгрыши. И, конечно,
конечно, всех хочу поздравить с наступающим Новым годом, всем пожелать удачи, радости и много-много творческого вдохновения. На сегодня все. Всем пока!